Здравствуйте, любители метрополитена, любители рельсового транспорта, особенно Москвы и Московской области. Сегодня мы вам представляем симуляцию всего рельсового транспорта Москвы и ближайшего Подмосковья, которая сделана в программе BAN. Это немецкая программа, которая хоть и не совсем бесплатная, но первые три месяца бесплатная и довольно доступная по цене. И начинаем мы наш визит в Москву с аэропорта Шереметьево, куда мы как будто прилетели, и теперь мы поедем на аэроэкспрессе в Москву на Белорусский вокзал. Итак, вы видите, что здесь на фоне у нас есть спутниковая карта Яндекса. Можно делать рельсы, можно делать стрелки, можно делать платформы, которые наш аэроэкспресс проходит без остановки. А также можно более крупным планом смотреть поезда и также более мелким. Можно также контролировать скорость. Вот, например, сейчас мы ее уменьшим на подъезде к Москве. Наш аэроэкспресс проходит некоторые платформы без остановки, в том числе Марк. И вот сейчас уже на такой скорости мы можем более внимательно рассмотреть наш поезд. Тут и существует возможность разные поезда запустить на любом маршруте. Мы проехали без Кудникова и сейчас будем пересекать, если такой более схематичный вид, сейчас будем пересекать Московское центральное кольцо, МЦК. Тут нас задерживает немножко электричка, которой мы встали в хвост. Давайте немножко ускорим. Вот у нас станция Окружная, платформа Окружная, и теперь мы пересекли МЦК и приближаемся к Петровско-Разумовской, где еще нету на Савеловском направлении платформы. И следующая платформа Тимирязевская с пересадкой и на метро, и на монорельс, который здесь также изображен и ходит у нас монорельс. Следующее у нас это пересечение с Рижским направлением, рядом с платформой Дмитровская. И поезд проходит Савеловский вокзал и идет у нас в сторону вокзала Белорусского. Итак, на Белорусском вокзале поезд сейчас прибудет, и мы дальше сможем выбрать, на чем нам поехать. Здесь уже стоит другой экспресс к отправлению в 19 часов, и сейчас он освободит место для нашего аэроэкспресса, который пришел чуть раньше, чем нужно. Итак, дальше мы можем поехать на метрополитене. Для этого нужно спуститься под землю. Здесь у нас две станции: Белорусская за Москворецкой линией и Кольцевой линией. И мы здесь можем, например, поехать по Замоскворецкой линии дальше в центр, где вы можете видеть все наши многочисленные станции метро в центре, в том числе и пересечение из четырех станций: библиотека имени Ленина, Боровицкая, Арбатская и Александровский сад. Но мы с вами решаем все-таки остаться на земле и поедем сейчас на трамвае номер 7. Доедем на нем. Недавно ходит от самого Белорусского вокзала, на нем доедем мы до площади трех вокзалов, чтобы посмотреть, какое там движение. Немножко побыстрее. Проезжаем спорткомплекс Олимпийский. И вот уже приближаемся к Каланчевской. Здесь мы из нашего трамвая выйдем и пересядем на электричку, которая идет с Рижского на Курское направление, и поедем по ней,
сначала к Курскому вокзалу. Вот он. Здесь есть пересадка на метро, которую мы коротко увидели. Много трамваев ходит вокруг. Платформа «Серп и молот», Курская товарная и так далее. Едем по Курскому направлению, между около платформы «Калитники», мимо трамвайного депо. На Новохохловской еще остановки нету, она еще строится. Следующие «Текстильщики», здесь есть метрополитен, пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию. И дальше мы спускаемся в Люблино. Депо. Перерва с депо. Да, в этой симуляции также можно строить депо, откуда и появляются выбранные пользователем поезда. Платформа Москворечье. И мы доедем до Царицына. В этой симуляции также можно строить разные здания. В основном немецкой архитектуры, но есть и просто разного вида здания. Вот здесь, например, мы построили что-то вроде Царицынского дворца, ну или, по крайней мере, что-то на него похожее. Вот такая программа. Потребовалось довольно много времени, чтобы в этой программе сделать симуляцию. Естественно, без всех деталей, но с основными главными путями всего рельсового транспорта. Это все линии метрополитена, это все направления железной дороги, включая МЦК тоже. Ну, а также все московские трамваи у нас тоже здесь присутствуют, и все маршруты трамвая ходят. Итак, если мы теперь отъедем подальше, вот мы видим разные трамваи, которые, например, ходят в Чертаново. Также здесь схематично показаны все поезда на Курского и Павелецкого направления. А если мы отойдем еще дальше, мы уже будем видеть все наши рельсы красными линиями. И вы можете посмотреть, сколько этих красных линий здесь у нас в Москве. Это вид на поверхности. Видите, здесь все трамвайные пути и основные железнодорожные направления нарисованы или сделаны до ближайшего Подмосковья. А если нам спуститься под землю на два уровня, то вы увидите много белых червяков. Это все поезда метрополитена, которые у нас ходят по туннелям метро. Здесь все линии также представлены. Итак, я эту схему выставляю в интернет, каждый может ее скачать и, установив себе программу BAN, в течение 90 дней смотреть или исправлять, менять ее бесплатно, а после этого программе BAN нужно будет заплатить небольшую сумму, чтобы пользоваться уже до бесконечности этой версии программы и получать удовольствие от такой симуляции железнодорожного транспорта Москвы. Ну или если вы не хотите пользоваться этой схемой, можете, конечно, создать свою, но удобно то, что здесь уже есть фоновое изображение Москвы, и именно это фоновое изображение позволяет вам проявить свою фантазию и нарисовать все, как вы хотели бы, например, видеть в Москве, а не так, как это сделал я. Также приветствуются любые уточнения по этой схеме. Если вы хотите их сделать, вы можете это сделать. Ну и закончим мы, я думаю, изображением Сити. Вот подземная станция, Международный выставочный и деловой центр. А вот что у нас есть в Сити, деловой центр МЦК. И тут же напротив немножко как бы выемки Кутузовская, МЦК и Филевская линии. Спасибо за внимание. Если вы заинтересовались, скачивайте по ссылке схему в программу BAN и пользуйтесь ею.